Ран номер 200. Ран номер 200. Еще и со ставкой. Пока вроде все нормально. И даже это нормально. Ладно. 2 хп. Даже не 1 хп. А целых 2. Но синих. Тут 0. Бля, тут, вот тут 0 это плохой сид. 0, надо не 0, а тут 200. Зачем тут 0? И куджас. Сид, конечно, забавный. Так, ну ладно. У нас статы зато охеренные. Просто охеренные статы, подожди. У нас все большое. Только хп печально и подвал горящий. А так все неплохо. Так все весьма неплохо так-то. Так, где декорация, алё? Эни декорации на этом этаже? Декорация. А, на боссе же, да! Бля, я забыл, точно. Фак, это же зверь. Ладно, ну уже похуй. Тут, там, кстати, есть ресток, это прикольно. Это прикольно. Аккуратно. Есть бомбы. То есть, в принципе, можно ресток бахнуть бомбой. Но по итогу, конечно, я хочу бахнуть автомат, наверное, опять порулить деньгами. Какашка, брысь. Это я не дюк, если что. Привет, дюк. Планетарий будет, планетарий нет. Это вряд ли. Даже если я заряжу хуйню, она уже не даст портал все равно. Портал. Не портал, а... подвал. Потому что подвал только один за этаж дается. Который crawl space. Потому что я забыл, что я на зверя иду. Три красных. Не дали денег. Так, ну ладно. Второй подвал не откроется, я же только что объяснил. Двух подвалов за этаж игра не дает. Блин, яичко. Надо брать. Яичко это хп, а хп это жизнь. А жизнь это хорошо. А жизнь это важно. Да не, но не буду покупать синий уже. Ну хотя у меня 300. Ну если с босса не будет хп, тогда куплю. Смотрим, что босс даст. Что нам даст мистер Дюк. Мистер Серый Дюк. Серый в игре, а зеленый в чате. Где даст хп? Было бы хорошо. Дал хп. Ну тогда не буду покупать. Тогда оставлю. Ладно. Немножко обосрамс, но... ладно. Да, сегодня раны пока приятные. Ну, тут нужен один хуёвый ран, в принципе. Чтоб все поломать. Как бы Дэн такой обычно всегда и был. Чилишь, а потом тебя игра ебёт, когда ты этого не ожидаешь. Потом тебя-то игра и трахает, когда ты уже расслабился такой, а потом хопа! И все, блядь. И все. И смерть. И смерть. Сразу.
Так что вот. Это ты хорошо написал. Это на самом деле проблема часто на Эдене. Тут у тебя раны часто плавают в плане сложности. Тогда типа играешь вообще на похоту, тебе надо потеть 2-3 этажа подряд. Тоже типа от Таласта отличие огромное, что там надо всегда быть на full focus, просто всегда. Потому что там тебя могут выебать когда угодно. Причем просто когда угодно и с чем угодно. Почти. Тут такого, конечно, нету. С лопатой нельзя делать два подвала, я уже 3 раза это повторяю. Дети, пожалуйста, прекратите. Прекратите это спрашивать. Лопата не делает 2 crawl space на одном этаже. Ты в теории можешь найти с камня, наверное, дырку. И можешь сделать world картой перевернутую дырку, но не с лопаты 2. Лопата 1 раз делает crawl space, 2 раз не делает. И сделать не можно. Я же объясняю, ты не сделаешь два этих подвала. Блять, вы тупые, блять, или я тупой, или вы тупые. Говорю, лопата не делает 2 crawl space на одном этаже. Что в этом непонятного? Блять, вы что троллите нахуй? Она делает дальше проход на next этаж. Она не даст crawl space. Я уже 3 раза одно и то же говорю. Блять, отъебитесь нахуй от меня. Дайте мне ключ лучше. Дайте ключ. У меня ключа нету. Массовая, блять, потеря мозга в чате происходит. По-моему, опять очередная. Мне не похуй на ваши эти входы в crawl space. У меня лопата в руках. Ты можешь сделать дырок 1 000 000 000 на этаже, они все будут в один и тот же crawl space. На этаже всегда один подвал. Уникальный. Входов может быть 1 000 000, но с лопатой может быть вход 1. Не ебите мне мозг бессмысленными вопросами. Где, подожди, где первая секретка? Лоудюк. Фигадюк мощный. А нахуй это смайла врубил? Бери. Степашек. Белял. За 3. Белял за 3. Хуйня на самом деле за 3 хп, ну типа ладно. Вот опять нет декорации, да? Тут опять какая-то хуйня, а не рума. Нет, тут нет декорации, по-моему. По-моему, камень это не декорация, это просто я взорвал камень. Где трава? Я не вижу траву. Тут есть трава? Мне кажется, у вас в чате там какая-то очень жесткая трава, там травы я не вижу. Пошли, короче. А, в этом руме я не пойду, у меня нет ключа. Бля, это хуево. Тогда пошли искать первую секретку. Может быть, я ее... А, кстати, она... А, кстати, погоди, у меня может будет эта рума. Подождите. Ну-ка, подождите. Ну-ка, блять, подождите. Вот, блять, и все. Соси, игра. Ключи она мне давать не хочет. Вот и все. Мухи! Мухи! Идите нахуй, мухи!
Ебаные мухи. Окей, удачи вернул. Окей. Окей. Повезло. Повезло, повезло. Hello, Big Wave. Пам-пам-пам-пам. Ну, 3 хп, Белиал, Дедай, лопата. Наверное, пока мы в порядке. 2 глаза за этаж, да, получается? И мертвый глаз, и Белиальный глаз. Осталось хп не проебать. Как-то по очень глупому. Наверное, будем в порядке. Белял это типа пробой просто. В основном. Просто пирсинг. И плюс там дэмэджа больше летит, когда он сквозь врага проходит. И вроде маленько самонаводится после пробития. Нет, это не антисинергия. Почему? Если ты попадаешь по врагу, то все равно ты получаешь дедай прок. Главное попасть типа первой слезой. Тебя никто не будет отнимать мертвый глаз эффект. Если дальше будет промах после Белиала. По-моему, это так не работает. Обосрался почти. Но не совсем. Но это было почти. Это было почти. Почти полные штаны. Магисиан. Говнища. Это было громко, ну, блин. Что поделаешь? Что поделаешь? Дайте ключ, господи, что опять с ключами? То бомб, то ключей нет. Дайте один ключ. Это не ключ. Тебя я бахну, потому что... Хотя, блядь, нахуй мне сделка, я все равно... Не могу ее открыть. Если не могу ее взять. Есть проблема с этим. А. Typical Tenet Lost Run. Какой-то, да, получается. Не здесь. Нет, планетарий я не буду фармить. На планетарий мне плевать. Ключ. Но ценой бомбы. А можно бесплатный ключ? Да! Это было опасно. Где-то будет Б-трип скоро, я уверен. Но пока меня игра спасает. Пока что меня игра спасает. Привет, камон, спасибо за 15 месяцев. Аниме сдохнешь, что? Аниме сдохни. Осуждаю такие призывы. Осуждаю. Юстиция. Бля, там был мамин ключ, да? Кринж. Пофиг. Лопату я на боссе использую. Если будет где? Опять нету нихуя? Подожди, я пока не вижу. Ладно, сейчас посмотрим. Блять, как же байтят.
Как же байтят, я не могу этого сделать. Я не могу на одном хп оставаться. Это безумие. Это ебаное безумие на одном хп оставаться. Не. Игра меня сегодня нахуй троллит. Чё за уебанские босс-румы? Ладно, там, блядь, трава. Ладно, тут трава все же есть. В этот раз вижу и даже верю. Ну да. Ну да, но чё-то, блядь, не очень, конечно. Да чё там было за... А, там был Магисиан, да? Магисиан мне не нужен. Пофиг на... Магисиана. Билд, конечно, бомба. Не, рана-то хорошая, реально. Рана-то хорошая, просто хп мало и мало расходников дают. Ран-то охеренный. По дэмэдж. Тут все очень хорошо. Ран 200-й, как бы, все с ним норм. Все с ним хорошо пока. Пока все с ним в порядке. Надо маленько больше хп. Немного больше хп. В принципе, и все. Да и больше ничего, наверное, и не надо. О, можно сделать много бади и баксов. Только надо денег много для этого. Вот в чем проблема. Это много денег, но это мало денег. Judgment. Бомба последняя осталась, пока не будем ничего взрывать. Удача. Удачно. Звуки фучера. Конжоинт нежелательно. Ну да, по идее, из-за Дедая. Тоже правда. Посмотрим, если будет какой-то хороший бебик, все равно я возьму, наверное. Удача, у меня тринкет на удачу. Даже только что его взял. Для наглядности. Только что его переподобрал. Перевзял. Это локдаун еще один. О! Есть проход, но у меня всего одна бомба, опять же. Что мало. О, это хп и айтем за 7 копеек. Огонь. Огонь! Удача, огонь. Что за карта? Херня карта. Хотя... Это тем более херня. Это мы берем. И теперь это будет удача, правильно? И теперь это все будет удача. Рулец нихера не делает. Ну как бы он тебя игре учит, как бы, но по факту всякую чушь пишет. Бесполезную хуйню всякую пишет. Это будет бесплатно? Еее, бесплатно. Бесплатно. Не, рулец карта рано открывается довольно, по-моему. Подожди, рулец карта открывается. Блять, мне сейчас лень посмотреть суфа. А по-моему открывается каким-то челленджем. Который, по-моему, не так поздно открывается. Ее можно буквально в первый день игры, по-моему, открыть. Рулец карту. Не нужен конжуинт. It's like she's fucking five! Спасибо, 150 джаст. За аниме. Это аниме. Опять бамба, фу.
Так, погоди. Я все же думаю, это возьму. Что это такое? Лучше бы аниме заказали, чем это, помню. И то меньше ушного рака. Опять угольный. Так, тут есть грибы. Как же во Fluid Caves я нихера не вижу. Черный ХП, у меня одна бомба. Я не могу бомбу тратить. Мне фулл карту еще надо искать. Блять, я нихуя не вижу. Ты здесь, ты нужен не здесь, а вон, видишь, Рума, вот там появись. Лучше. Ты мне нужен в этой руме, чтоб я на тебя насрал лопатой. В чате от тебя толку мало пока, к сожалению. Я не вижу нихуя. Ну типа это же не декорация, это какая-то залупа. Это похоже на просто спрайт пола. По-моему, там нихуя нету. Пошли в этом руму, короче. Слева возле камней? Да не. И где слева возле камней? Сокрум у меня все равно не хватит хп, чтобы ее фармить, по-моему. Ладно, в пизду. Худший нахуй этаж для декорации. Не, после Даркрума там вообще нахуй нету ничего в Даркруме. А тут тоже нихера нет, да? Это может быть декорация, но я не уверен, что декорация. Это может быть была, кстати, декорация, возможно. Там что-то было. Что-то было. Такое же, такая же была пипка, по-моему. Там была такая же пипка, вроде. Копать на боссе, потому что это ран на зверя. Ты на звере потом идешь обратно по этим же этажам. И то есть, когда ты попадешь в босс-рума на подъеме к зверю, там эта дырка останется, но будет другая комната. То есть дырка будет в том же месте, но будет другая рума. Тупо самый типа эффективный способ дырки делать, когда ты идешь на зверя с лопатой. Это просто меньше трата времени. Минимум времени тратишь и усилий, потому что в этом руму лень идти очевидно будет, скорее всего. Это долго и лениво. Ох, пап, ой, теперь я потеряю бунхард. Алло? Ну-ка. Дай красного. Собрать. Дайте красное. Дайте красное хп. Окей, дали бомбу. Хорошо. Надо про бомбы помнить, потому что можно в теории реально без фулл карт остаться и забить хуй на бомбы. Такое было один раз исторически. Такое было. Что я слил стрик, потому что бомбы все просрал. И не смог фулл карту забрать. Один раз такое в истории уже бывало, я туда не пойду. Я туда не хочу идти. Пока что я очень резко дернулся. Упс.
скучный этаж. Скучный этаж. Может быть здесь. Ну-ка. Да, еще бомбу. Фак. Ран без бомб. Тоска. Аккуратно. Бомба. Сначала в магаз. Окей. А вот и бомбы. Нет, та песня играла с моего плейлиста. О, опять песня с этой вот, с этой документалки. Сегодня уже, по-моему, вторая или третья уже играет песня с этого альбома. Забавно. Это тоже забавно. Но больно. Но забавно. О! Оно. А вот и халявно. Хотя, не, я это лучше оставлю, наверное, на босса. Наверное. Это я на босса ставлю. Хм. Ага. Бзынь. Ну, вроде вопрос с бомбой, по-моему, решен. По идее, решен. Блять, в итоге я повязался сюда. Ладно. О чем подумал, то и сделал. Как всегда. Пофиг. Это бомба, наверное. Хотя эта бомба, по-моему, довольно хорошо дамажит, по-моему. Это же типа как эпикак, да, наверное? Или нет? Или там нету плюс 40 от эпикака? У Хорфа. Где наши это? Эксперты deadgod.ru. Они точно знают. Имеет ли Хорф плюс 40 от эпикака? Сколько он вообще дэмэджа делает? Ваш выход. Бля, он аж понесел. А мог бы. Привет, человек. Сделки нету. Типа... Так, это опять что ли рума говна? Не, рума нормальная. Слава богу, наконец-то. А, с уроном 200, нахуй! Я же помню, что там было много дэмэджа. 200. Нихуя себе 200 урон. 200 урон, это много урона. Значит, я правильно помню, что это хорошая таблетка на боссов. Если ты ее уже знаешь. Забавно. Блин, Darkness. Это не забавно, это страшно. Кстати, подвалы мега конченые, кроме первого, да? Я вот с первого нашел деда, и больше нихера, по-моему, не получилось с него. Ну, в принципе, так уже этот ран, считай, пройден, наверное. Наверное. Этого и так хватает, я думаю. Но, может быть, что-нибудь еще найдем веселое. Где-нибудь. Первым было яйцо. Ну, яйцо, типа, это хуйня. Яйцо это просто яйцо. Это хп, типа. Инфами для бедных. Это ничего интересного. Мы больше за дэмэдж топим. Там локап. Заберу так. Неважно. Ой, энергия, здорово. А зачем мне энергия?
Вроде ни зачем, да? Так, мне фулл карта нужна. Вот что я вспомнил, у меня же фулл карта нет. Фулл карта нужна точно, энергия не особо. Чем локап? Ну локап, блять, там еще этаж будет. Что-нибудь, может быть, найду на удачу. Тут как бы никогда не знаешь. Локап-то в хозяйстве может и пригодиться. Тут, кстати, не было, я опять, может, не вижу просто. Черепки эти. Черепки, черепки. Нет черепков. Плохо. И тут нет тоже. Какая похоронная песня. Ух ты! Фу. Правда, минус скорость. Но ух ты! Да, теперь скорость, конечно, мега херово. Босс-раш я давно уже не успел на босс-раш. Ну ладно. А вот, кстати, для чего мне пригодится энергия. Я нашел. Я нашел. Говна нашел. Даже, может быть, лопату бы сказал бы. Ну просто говна. Тринкет. Блять, я скорее в карту поверю, что найду хороший, чем тринкет. Давайте еще раз нажмем. Нуп. Не нашли. Ну типа лопата мне ж особо не нужна. Хотя не, еще нужна лопата. Мне еще нужно две дырки, да, сделать. Не, в теории, конечно, могу забить хер и пойти либо с мом с боксом, либо с картами. Чисто в теории. И там что-то пытаться найти. Под конец рана. Что-нибудь веселенькое. Так тоже можно сделать. Лопата реально будет. Лопата мне нужна только на первом этаже, правильно? Где я там проебался. И не в той руме сделал подвал. Больше мне она нигде не нужна. О! Гимпи. Секретка. Сука. А может быть здесь? Да, может быть здесь. Так я могу и так сейчас сделать эту дырку на боссе, а потом я ж на этаж вернусь, а потом могу забрать другую активку. Просто я пока не верю, что я хочу это делать. Пока что я еще не определился. Да, может быть, над шипастой. Три бомбы остается. В писту уходим. Надоело. Просто нахуй надоело. Не искать. Сделка.
Типичная сделка Депс 2. О, удачи. Ладно, удача все еще может пригодиться, окей. Удача все еще не бесполезна, ладно. Она мне поможет, я уверен, она мне поможет. Как-то. А, ну да, он еще по ХД. Еще одно по ХД. Окей, это, кстати, хорошо. У меня была очень хуевая скорость. Можно, но нахуя мне в этом руме дырка, если я могу ее на боссе сделать. Не ебать мозги, не искать эту дырку по всему этажу. Нахуя делать хуёво, если можно делать хорошо. Если можно сделать по-умному. Время впустую не тратить. Так, но я все же верю, что я найду хорошую карту. Я верю в карту. Верю в силу карт. Хотя я потеряю, блять, я потеряю тогда две дырки, сука. Блять, я не знаю, что лучше будет. Ну, типа, и то может что-то дать прикольное. Карт много хороших. Devil, Impress, Strength, Huge Growth. Ну, карту, да, карту я могу забрать по пути обратно, это правда. Правда, я теряю тогда юзы карты, понимаете? Я теряю юзы карты. Куда я пошел? Куда я пошел? С коробки могут быть зубы, это правда. Но шанс крайне мал. Они уже в магазине, подожди. А что я оставил? Подожди, а что это оставил в этом руме? Я там коробку оставил, получается. Коробку. У коробки меньше перезаряд, правда. У нее всего 4, да, по-моему, рума перезаряд. А там 6. Да, с ним может быть здесь. Ока. Чем-нибудь хорошее? Еще больше удач. Еще больше удач. Я прям сегодня верю в свою удачу. Прям верю. Кстати, фулл-карту это хорошо. Ту карту я могу сразу где-нибудь повязать на каком-нибудь этаже. Да, ран довольно удачно получается. Нихуя, я думал, тебя быстрее убью. По итогу весь билд за два этажа найден. Нихуя больше не могу найти. Просто за два этажа все нашел. А, еще леда нашел. Чуть позже. Ну, благо этого и хватает. В принципе, тут ничего больше-то и не надо. Тут больше нихера не надо, по-моему. В этом ране. Все дали очень рано. Пиздата. Опять хорф. Спидап, спидап! Дай! Моя скорость. Упс. Спасибо, мистер Грид, за ваши скидки на финальном этаже. Спасибо огромное. Планетарий. Откуда? Просто так? Просто так? Бесплатный планетарий? С бесплатным айтемом? С бесплатной Венерой? Вау. Просто вау. Невероятно. Это просто невероятно. Дирка. Дирку сделали. Это дэмэдж. Это дэмэдж и скорость. Плюс 0.1? Плюс 0.1. Да.
Найс. Найс. Кто здесь? Глазик. Еще глазик, третий глаз, да, в этом ране уже. Игра в три глаза. Белиальный, мертвый и вырванный нахуй глаз. В три глаза. Три глаза все разные. Но все же они вместе. И все же нет нихуя на удачу. Все же душу где-нибудь какой-нибудь пойдет перчик. Я на это прям надеюсь. Оу. Ну, кстати, знаете что? Я думаю, я это сделаю. Я это сделаю. Мне нужен террейд. Ебать, вайбинг пошел. Ебать, Дэн вайбит. Под музон. Это из-за этого, из-за адреналина, да? Слушай, а может не стоит их-то бахать? Че выгоднее? Я не знаю, что выгоднее. Типа я повысил урон, потому что у меня стартовый адреналин. У меня 7 пустых контейнеров. Это довольно много. У меня теперь дэмэдж 26. Максимальный. Ну ладно. А, ну да. Не может теперь пузо стримера. У Эдена я забыл, я ж теперь хуй его это прокну. Я ж теперь всех буду толкать, я ж всех толкаю. Это проблема. Это проблема. У меня бомба есть, но бомбы тратить неохота. Карты я брать не буду, я решил, ладно. Буду что-нибудь искать на удачу, что-нибудь, наверное, смешное. Заебись, что, кстати, гимпи прокает, это приятно. Ну, по итогу я потерял x2 дамаг, да? По факту. x2. xd. Ну ладно. Но получил, наверное, x2 террейд. Плюс-минус, да? Наверное. Что-то около. Ну, кстати, у меня пробой, поэтому я бы не брал все, наверное, белял. Не белял, а хема хуйню не брал бы. Хемалиал. Че, карта? Я же говорю, я передумал. Я хочу найти что-нибудь на удачу с лопаты. У меня вроде минус два этих подвала еще, который я не сделал. Где опять декорации? Что это за долборума? Декорация. Грибы-грибочки. Грибы-грибочки, а ты только это хуйня. Умирай, друг. Сорян. Хотя зачем? Ладно. Сделки нет, можно было парня в живых оставить. Можно было, в принципе, не убивать, но... Ладно. Чё ж поделаешь. А вот и Стичес, кстати. А вот и тот самый Стичес. Айтем я на первом этаже сделал дырку неправильно. Капец ты душный. Да нахуй я это прохожу, господи, я сейчас что-то подумал. Нахуй я даже пытаюсь эту тупую руму проходить. Я что, ебанутый? Зачем? Зачем я это делаю? Уф! Убежал. Успел.
тут дырка была, да? Тут дырка была, окей. Тут, да, я делал в этом руме. Да, по-моему, здесь было в этом руме. Еще один этаж остается, там дырки. Кстати, еще дырка в теории возможно, знаете где? Жо, в смысле, в этом. В догме. Там тоже дырка есть. Там дырку тоже можно сделать. Там тоже дырка может быть. Только там, правда, редко бывают эти декорации. Прям довольно редко. А я же могу, да, это сделать? Я же могу это сделать, правда же могу? Вроде могу. Ну и хуйня. Ну и хуйня. Берсрайт абсолютно параша. Так, я могу даже вот так сделать, правильно? Даже могу вот так сделать, нагло. Могу паролить. А что тут еще могут найти? Подожди, тут нихуя же нет полезного. Типа суп нахуй не нужен. Подарок тоже нахуй не нужен. Хотя я могу его купить, по крайней мере, поражать, наверное, могу тоже попробовать. А тут же получше, тем более этого магаза. Сейчас нахуй доиграть, вот что я думаю. Он доиграется, чат. Он точно доиграется. Бланкет можно купить, наверное, за 2. Хотя нахуя мне бланкет? Бланкет стакается с догмой, я опять забыл. Это все скучная хуйня. Так я хп терять не хочу, я не хочу брать суп просто так. Суп, блять, он даже до догмы доживет, вряд ли. Хотя, может быть, доживет. Вот такое. Не знаю. Семь хп. Ладно. Верю чату. Это моя фатальная ошибка всегда в основном. Да, ну. Терпила. Окей. Не, в принципе, ладно. Я все это не могу. Запомнишь, мне же хп дают. Я даже если пробью хп, мне будет 6 хп на зверя, ладно. Наверное, хватает все равно, по идее. А, ну, вот так может не хватит. Вот так, может быть, не хватит, я буду вот так играть, потому что не хватит хп. Не иди ко мне. Не иди ко мне, урод! Пошел нахуй! Он ко мне подходит. Да, еще одну руну. Блять, Венера! Венера, осторожно. Опасная Венера. Все, лопата заряжена. Let's go. 7 хп. Что здесь? О, есть дырка! Дырка есть. Реально есть. Обалдеть. Что? Нахуй, что я сюда иду? Тут нихуя не будет полезного. Ну и нахуй сюда пришел. Еблан, уйди отсюда. Суп теряешь. Суп стынет. Бежать! Чего у тебя трава в комнате? Иден садовод. Наверное. Не знаю. Так получилось. Блин, где-то едой пахнет.
Есть хочу. Ой, очень ты здорово. Дефак забрать. Тоже, в принципе, правда. Но дефак, блядь, он тоже полубесполезен. Ну, в принципе, да. Может на коне всадника два раза заюзать. За файт. В принципе, да. Явно было бы пользы больше, чем от лопаты, все равно. Ну, суп, думаю, еще маленько поживет. Сейчас, тем более, я его перезаряжу. Давить? Давить, друг? Давить своих мух? Ну, где они? Мухи? Алло. Где мухи? Урод. Даже мух не дает. Вообще, правда, урод. Ладно, хоть маленько мух дал. Давай еще раз. Хорош. Все. Окей. Тогда суп еще, может, маленько поживет. Еще немножко. Ну, конечно, мем, что раунд номер 200 у нас опять это с лопатой. Опять это лопата на зверя. Прям уже почти классика уже. Уже почти классика жанра. Зверь и лопата. Братья навек. Я тут постою. Почилю. Кстати, тоже ведь он... Слушай, наверное, суп это не такой плохой айтем на зверя. Что-то я зря так, наверное, плохо к нему отношусь. Я забыл, что тут же есть это... Смерть есть, чума есть. И типа там неплохо перезаряжает суп так. Тут, в принципе, сталакиты есть, которые. Правда, я хуй знает, они дают суп или нет, потому что нихуя не видно статов, потому что, блядь, убрали худ. Он тоже, может быть, перезаряжает. Так что. Наверное, это не так плохо иметь суп на зверя. Если ты типа с ним можешь прийти. Просто ты суп редко можешь от него дотащить, вот в чем проблема. Типа его дотащить сложно. Прям очень сложно. Пройти весь подъем, не потеряв суп. Это прям маловероятно. Это прям очень маловероятно. Ой. Быканули маленько. Я думаю, я все еще на супе бегаю. Мне кажется, так супа я еще пока не потерял. Вот я тоже про коробку, но типа, ты вряд ли будешь типа суп до зверя держать, это тоже какая-то идея, по-моему, странная. Но в теории, да, можно в коробке суп притащить. Хотя, а как ты его притащишь, подожди, это тоже сложно сделать. Типа, суп это же айтем, который надо покупать, а как ты купишь айтем и не возьмешь его все в билд? Ты же не можешь купить айтем... И типа в коробку тут же его положить. По-моему, так это не работает, да ведь? Хотя, может быть, и работает. Ну, мистер Ми и кредитка, это, блядь, еще нахуй меньше шанс на это. Это прям очень-очень маленькие шансы на это. Конечно, в теории, да, но как бы нет. Спасибо за, да. Спасибо за 200 кейсов. Спасибо большое. Ну ладно, ребятки. Плюс 200 ранов.